Меня зовут Дорин Гоги. Я из Южной Африки. Вот мое свидетельство. Я была продавцом сладостей, так как не имела официальной работы. Мы все очень страдали от того, что никто из нашей семьи не ходил в школу. У моей соседки дома был телевизор. В свободное от продажи время я приходила к моей соседке и смотрела Emmanuel TV. Я была поражена, когда узнала историю жизни пастора Тиби Джошуа и то, как он начинал синагогу Церковь всех наций. После того, как он построил первое здание церкви, оно было разрушено наводнением. Я увидела, как много пророк Тиби Джошуа перенес скорбей, и как Иисус решал его проблемы. В тот день я плакала, потому что Дух Святой прикоснулся ко мне тогда. Я молилась и просила Бога помочь мне, так же, как Он помогал человеку Божьему. У меня дома не было телевизора, поэтому я ходила к подруге домой, прося дать мне посмотреть Emmanuel TV. Однажды, когда я смотрела Emmanuel TV, Тиби Джошуа начал молиться за зрителей. Я прикоснулась к экрану телевизора моей подруги и молилась вместе с человеком Божьим. Я плакала и молилась пророком Тиби Джошуа по Emmanuel TV каждый день. Сегодня я больше не плачу, но тогда я ужасно вопила к Богу. Каждый раз, когда Тиби Джошуа говорил, Дух Святой присутствовал. И сегодня я подтверждаю, что пророк Тиби Джошуа – это человек Божий, который все делает во имя Иисуса. И тогда у меня началось обновление. С Богом я оставила позади все свои беды. Уже тогда я больше не смотрела на свои беды. Вместо этого я молилась с человеком Божьим постоянно. Порой я не могла смотреть Emmanuel TV у своей подруги, потому что ее ребенок хотел смотреть другой канал. Тогда я молилась, чтобы Бог Тиби Джошуа дал мне силы молиться каждый день у себя дома. Народ Божий, в вашей жизни много всего изменится, если вы будете внимательно слушать, о чем пророк Тиби Джошуа постоянно говорит. Я была активистом моей политической партии. Но меня никогда никуда не назначали. Но после ежедневных молитв с пророком Тиби Джошуа меня стали замечать. На меня больше не смотрели как на несчастную женщину, но как на сильную, благодаря той силе, которую дал мне Бог пророка Тиби Джошуа. Я всем говорила, что Бог – это ответ. Однажды мне сказали, что есть вакансия, и что меня назначили членом совета моей политической партии. Я с трудом поверила в то, что меня сделали советником. В то время я не могла говорить по-английски. Но сейчас вы видите, что я вполне неплохо изъясняюсь. Когда я начала работать в правительстве советником, вышло постановление, что все члены совета по всей стране, у которых не было образования, должны пойти учиться.
Я начала с первого класса и прошла до конца, потому что каждый день молилась с пророком Тиби Джошуа. Вот здесь вы видите мой выпускной. Я не знаю, что сказать. Эта потрясающая женщина — это я. Потом я построила дом. Но вы послушайте меня. Раньше у меня не было денег, и я торговала сладостями. Это впервые в жизни я смогла пойти в банк и снять деньги. Бог использовал пророка Тиби Джошуа, чтобы благословлять меня больше и больше. Когда я стала получать зарплату, я открыла счет в банке. Я смогла положить на счет 10 тысяч рандов. И это женщина, которая когда-то зарабатывала себе на жизнь, продавая сладости. Я копила деньги, и год спустя я сняла более чем 100 тысяч рандов, на которые я и построила этот дом. Там много комнат. Строительство этого дома обошлось без каких-либо долгов. Мой сын, который также страдал от нищеты, сейчас живет в моем доме. Всего этого я смогла достичь благодаря тому, что молилась с пророком Тиби Джошуа по Emmanuel TV. Также я смогла купить новый автомобиль самой последней модели. И с ноября по декабрь я уже учусь вождению. На этих фото вы видите, что я не сижу дома. Каждый день я рано встаю и еду проведывать этих бабушек. На этом фото показано, как я тружусь с другими людьми разной национальности, помогая старикам. Все, чего я достигла сегодня, это благодаря Emmanuel TV. Я благодарю пророка Тиби Джошуа за то, что вывел меня оттуда, где мои возможности были скрыты, в то место, где меня оценили люди не только из моей страны. Вы должны смотреть на все с Божьей точки зрения, как дитя Божье. Вы должны сиять каждый день. Когда вы слушаете Бога, Он о многом вам расскажет. Мне, как члену совета, Бог сказал использовать свои деньги для нужд других людей. Если вы послушаетесь Бога, Он воздаст вам с избытком. Я хочу посоветовать каждому устремляться в надежде к Богу во имя Иисуса. Слушайте пророка Тиби Джошуа. Бог говорит с ним, а он, в свою очередь, передает это послание людям по всему миру. Примите это. Все, что вы имеете сегодня, это от Бога. Поэтому слушайте Бога,
И не слушайте, что говорят вам все эти трудности, которые вас окружают. Проблем вокруг полно, но вы в любое время слушайте Бога. Спасибо большое. Какой совет вы дадите людям, которые находятся в таких обстоятельствах, в которых раньше были вы? Я в своем доме не выключаю телевизор. Когда я иду на работу, в моем доме всегда идет трансляция Emmanuel TV, потому что это как сдерживающий фактор для зла. Когда я возвращаюсь с работы, я всегда прославляю Бога. Людям надо постоянно молиться Богу, несмотря ни на что, потому что дьявол — это лжец. Дьявол — он вообще никто, он собака. А Бог есть Бог. Слушайте Emmanuel TV и пророка тебе Джошуа постоянно. Бог пророка тебе Джошуа — это ответ. Спасибо большое.